Новый учебный год школьники Заволжья начали отдохнувшими и полными сил. Все лето для них в физкультурно-оздоровительном комплексе «Орион» работал своеобразный дневной лагерь. Его организатор – проект «Счастливое детство» – готовит для ребят развлекательные и спортивные программы уже 6 лет. В этом году мы в рамках данного проекта провели летние сборы. Это было уникальное новое мероприятие для нашего округа, когда ребята тренировались, отдыхали, плавали в бассейне, то есть использовали ту самую новую инфраструктуру. По окончании сборов проект вернулся во дворы, где проходили прыжки на батутах и спортивные тренировки. Они затронули около 50 дворов нового города. Созданный с целью обеспечить занятость школьников во время летних каникул, проект каждый вечер собирал не один десяток участников. Тренировки на татами, конкурсы, викторины и сладкие призы. Весело, хорошо. Было неожиданно за мою победу, я старался и победил. В завершении летнего этапа проекта учащихся средних школ пригласили в кино. Перед началом сеанса были вручены подарки участникам акции «Помоги собраться в школу». Необходимые школьные принадлежности получили более 30 ребятишек. Мой ребенок был участником проекта «Счастливое детство». Впечатления просто замечательные, великолепные. Сын очень доволен, и мама счастлива. Проект «Счастливое детство» продолжится и в стенах школы и гимназии. Для ребят будут проведены ярмарки дополнительного образования и тренировки по кудо. Анна Тищенко, новости «Ульяновской правды».